Все, не хочу я выходить на солнце, ну его нафиг. Всем добрый день. Я тут на пляже Касабланка сижу, в кафешке, смотрю по сторонам, как люди покупают холодное пиво, которое мне сейчас нельзя за рулем, жареную барабульку, там и ставритку, которую мне можно, но без пива она не очень. В общем, как-то так. В Лазаревском жара. Жара. Я пришел снять маленький обзорчик здесь на пляже Касабланка. Хочешь не хочешь, а вылазить придется на солнце. Как говорится, всем выйти из тени. Вот и я сейчас буду выходить. Немножечко посижу. Приятная музыка. Там вон кафешка работает. У них какое-то опять мероприятие, судя по всему, намечается. Я там обратил внимание, рекламный плакатик был. У них постоянно какие-то мероприятия, какие-нибудь там вечеринки тематические. Что-то все в этом роде. Ну что, с Богом, пойдемте. Нефиг сидеть. Надо гулять. Кулюш пришел на пляж. Давайте начнем с торжественного мероприятия. Ну, сначала не мероприятие, господи. С вывески. Как говорится, там чего там, с вешалки начинается театр, а у нас с вывески. Нет, но сначала я сниму все-таки футболку, потому что это мучение ходить по такой жаре. А вы посмотрите. Кузнечик, водитель Арарат. Целая гора водитель. Фух, я думал, у меня опять погасла камера. Эх. Это ужасно. Было хорошо, когда пошел дождик, а? Я понял, что я полюбил дожди. Итак, пляж Касабланка, друзья мои. Что у них там теперь? А, это спасатели Малибу, что ли, такой вот это вот. Они нет, я не знаю. Все закончилось? Вчера это было. Да, елки-палки, вот я лошара. Ну вот, так что мероприятие отменяется. Мероприятия не будет. На кафешка на месте. А? Да. Блок. Лазаревская сегодня. Давайте вас выставлю. Чё? Всем привет. Приезжайте в Лазаревское. Желательно в июне. Почему в июне? Погода лучше будет. А, да. Согласен. И море тоже бомба. Сейчас просто много отдыхающих и негде сидеть. Сейчас пойду проверю. Приходите к нам, дадут что-то мороженое. Приходите к ним за мороженым. Видите, у них мороженое. Вафли, у них тут... лимонад. Так у вас уже съели почти все. А у нас есть еще в холодильнике. А, у них целая закрома родины. Ну, если что, вот фасованного полно прямо сейчас. Цены вот, от 100 до 150 по мороженому. Молочный коктейль 300 рублей 0,5. У вас лимонад вот. За 60 рублей 0,5. 0,5 60 рублей. Все, спасибо девчонки. А знаете, где они находятся? Прямо вот, прям сразу вот здесь, вот рядом с вывеской. Вот, вот вывеска. Подошли к ней, встали, повернули направо, и вот они здесь стоят. Все, спасибо. А я думаю, куда мне идти теперь? То ли в кафе пойти, то ли к морю пойти. Пойдемте, наверное, через кафе к морю. Я надеялся, что сегодня застану вот это вот торжественное мероприятие, посвященное раздаче бесплатных коктейлей. Но, вероятнее всего, оно было как раз перед какой-то там акцией, вот, точнее, перед мероприятием. И я все опять проворонил свое счастье. Проворонил. Касабланка. Гавана клуб. Ча-ча-ча. Смотрите, какое красивое дерево. Прям вот субтропики. Что-то стоп, не по-нашему написано. А я еще здесь посижу в тенечке. Потому что я запарился. Вот тут вот садишься себе спокойненько. В тенечке. Заказываешь какой-нибудь прохладительный напиток. И кайфуешь. Даже на море не хочется, потому что жарко. Ну надо. Пойдемте. Че, я пришел на пляж-то, и пляж не показать, да? Не показать, он как девушки на качельках катаются и снимают друг дружку. Ча-ча-ча.
Да, романтичная картинка. Раз такая прелесть сзади, что ж там спереди у нас, да, помните эту песню? Но не буду, не буду девушку компрометировать. Пойду обойду вот так вот. Так, тут детская зона. Детская зона, где, ну, в хорошем понимании, смысл это, в хорошем смысле этого слова, вот так вот я хотел сказать. Детей, дикого желания у детей сейчас вот по такому пальву нет находиться под открытым небом. Хотя нет, один, но он то в водоеме плавает. Качельки, пожалуйста, вы уже знаете, что на качельках можно спокойненько прийти, прям прокатиться безвозмездно. Это что такое? Какая-то новая горка. Я не понял, то ли она лежит, то ли это батут такой, на него прыгаешь. Что-то у нас такое было. Я, честно говоря, не понял. То ли его вытащили блок. Мы как-то занимались. Вот подобная такая подушка у нас тоже была в свое время. Итак, ребятки, кто у нас еще оплачивал таблетку, пожалуйста, проходите одеваться. Также, друзья, вернулась наша очередная банановая команда. Но на ближайшем банановом рейсе остается 5 свободных мест. Давайте будем чуточку поактивнее. Отвезем вас в чистую, теплую водичку купаться. Также можно покататься на нашем гидроцикле. 130 лошадиных сил. И самый опытный инструктор приглашает каждого. До конца не понял, как она работает, но потом узнаем. Гидроцикл, он абсолютно у нас была подушка подобная. На один конец прыгаешь, а на другом там человек сидит, и он вылетает в море. Вот такого плана. Море красивое, бирюзовое, но непрозрачное сегодня. На пляже Касабланка. Ах, как горячо камере, а. Какая она горячая. Кстати, я еще посел где-то футболку. Точно, вроде бы только что была. Только что я ее ощущал. Не поеду же с голым торсом обратно. Так, ну будем сейчас выщемлять, где я ходил. Пойдемте обратно. Где-то тут ходил, ходил. Бродил, там заворачивал. Или придется с голым торсом ехать обратно. Вот лошара, Микантара, вечная какая-нибудь хрень, где я ничего не потеряю. Кажись, я тут шел. Вроде я ее ощущал. Может быть, когда я качался на качельке, я ее потерял. Фу. Ветром голову надуло. Тулула. Так, тут я был. Надо было ее на мотороллере оставить себе, да и все. А то сейчас ехать голым торсом, знаете, так. Нет, тут тоже не наблюдаю. Кто найдет футболку старую, выгоревшую, черную, просьба вернуть. Вознаграждение не обещаю. За последний день я уже второй раз теряю футболку. Нет, за последние пару дней. Так, ладно. Тут я прошел маршрут. Остается только здесь кресло, где я сидел. Не-а, нету тут тоже. Да. Будем искать. Как-то неудобняк ехать обратно по трассе с голым торсом. И такое ощущение, что я ощущал прям. Ладно. Такой получится поисковый ролик. Пока камера не разлучит нас. Ну, я имею в виду, она может разрядиться в любой момент. Хорошая у них музыка такая, спокойная. Так, ну здесь я прошел. Наверное, кто-то уже
носит ее довольный и радостный. Да некому нужна нафиг. Вот такой рассеянный с улицы бассейной. Вот я шел тут, хотел посмотреть, что это за подушка, да? Они бегают. Курить нельзя, а у нас нельзя. А у нас нельзя курить. Вот тут я прошел. Тут я подошел, посмотрел. И все. Ладно. Главное, что телефон не потерял. И камеры. Ну что? Тут массажируют. Прайс хотите? Теперь вы все знаете. Там купаются. Народа много. Неудивительно, что на этом пляже много народа. Хороший. Мне нравится. Как-то тут плохо видно, а так бы против солнца. Хотел шорты снять, не получится. Будет плохая картинка. Камера-то она сглаживает, а шорты нет. Не дает он остроту красок. Что, подойдем к морю? Там дама с осторожно пробирается к морю. Когда я снимаю на телефон, никто не может попасть ко мне в кадр. А вот теперь можете. Здравствуйте. Здравствуйте. Станица Вершинская, Ростовская область. Понял, доклад принял. Очень приятно. Всегда рады. Самый лучший уголок райский, это Касабланки. Мне тоже нравится. Все хорошо, все прекрасно. Всем рекомендую. Вот. Отличная кухня, отличное обслуживание. Пляж чистый, море прекрасное. А теперь покажите, где спрятался директор, которому всему этому научил. Я есть. Вы есть директор? Не признал. А как вас зовут? Ну, вот вы странный человек, а? Константин. Лазаревская сегодня, говорит, а как вас зовут? Ну, Алексей с утра был. Константин. Понял, теперь я понял, Константин. Очень приятно. Так можно с вами фотографию сделать? За деньги, да. Сколько стоит? О, это дорого. Это бесценно. Да я каждый день с кучей по Лазаревке куда держу. Сейчас надо было фотографировать с Константином. Ну, давай. Совместно. Стоп, на фоне тогда Касабланки давай. Конечно, Касабланки, сейчас мы будем фотографировать. С таким человеком? Каким таким? Спасибо тебе большое за все свои ролики. Это что?
Давай не отойдем немножко, а то... чтобы видно было. Наконец, да. Спасибо. Мы смотрим каждый... Ты что? Снимай больше. Ой, я себя же там покажу. Еще. Да, ради бога. Нет, вот так просто будет лучше. Может, мне пониже так, а то как-то высокий стал, на это стою. Вот машинист, видишь? Сейчас, потерпи. Все. Спасибо. Пожалуйста, Константин. Спасибо, снимайте еще. Снимай его. Смотрим каждый раз. Хожу. Все. Ну что же. Моя супруга Татьяна. Татьяна, что же вы не успели? Давайте еще раз вас фотографируем. Давайте. А телефон дай мне сфотографирую. Давайте я вас фотографирую. Сейчас, давайте сделаем так. Я сейчас вас сфотографирую подписчиков. Да. А вы где смотрите? На Ютубе. На Ютубе фотографии, сами понимаете. Не получается. А что я включил? Я включил не то. Сейчас. Сейчас. Конечно, солнце не со того ракурса.